Друзья, всем привет! Сегодня покажу, как правильно сажать сало на крючок. Сало можно брать шпик, черным перцем можно брать с красным перцем. Красный перец он жгучий, черный менее жгучий. Ну, тут все зависит от сезона предпочтения рыбы. Красный перец можно использовать по холодной воде, это весна-осень, а черный уже когда вода становится более-менее теплой. И также хорошо работает сало с чесноком, с укропом, который мы делаем сами в домашних условиях. Размер кусочка сала зависит от времени года. Если вы ловите летом, то на леща. Если вы ловите леща на сало, то брусочек можно делать где-то примерно 0,5-0,5. То есть кубик, либо 0,7, ну, больше, можно и побольше сделать, потому что лещ он все равно, вот и если смотреть по размеру насадки, те же самые бойлы, кто рыбачит на бойл, там 10, 12, 14, 16, он спокойно, лещ такой, килошка-полторушка, он спокойно заглатывает эти размеры, и поэтому с насадки особо мельчить как бы тоже не стоит, потому что будет брать мелочь. Но скажу то, что на сало клюет рыба крупнее, но период поклевки может составлять намного больше, чем на червя опарыша, но трофей будет у вас крупнее. Вот. Ну вот я вот взял брусочек сала, его тоже режем. Там несколько вариантов есть. Делаем примерно такой кубик. Как я вам показал размеры, крючок я взял тоже большой, чтобы вам было хорошо видно. И насаживаем вот этот брусочек, сдвигаем его на цевьё, то есть прокалываем насквозь и вот так сдвигаем на цевьё. Вот получается у нас такая насадка. Жало оставляем всегда открытым, чтобы рыба, взяв кусочек сала в рот, сразу накололось. То есть сало берут с прослойкой мяса, чтобы лучше держалось. Ну, я не знаю, такие излишества, как вы, не особо. Сало оно и так хорошо держит от этого куска, вам на несколько поклевок там хватит спокойно. Рыба его с крючка не сбивает. Второй вариант — это когда берется вот такой брусочек, то есть режем, тоже делаем брусочек. Такой брусочек, размер тоже делается все это примерно, вот, и тоже его прокалываем, то есть я когда ловил, я насаживал вот так, то есть как червя, немножко чулком, вот так. Рыба на течение она спокойно берет, но можно сдвинуть вот так, так насадить. Некоторые этот же брусочек насаживают просто вот так прокалывая, как в первом варианте, но вот так. То есть вариантов насадки достаточно много. Все зависит от ваших предпочтений. Как вам удобно, так и насаживайте. Рыбы брать будет в любом случае. И при таком варианте, и когда сало насажено кубиком. Некоторые сало насаживают на волос. Ну, не знаю, не пробовал, честно говоря, не пробовал. В этом сезоне уже попробовать, естественно, не получится, а в следующем сезоне я попробую именно насаживать сало на волос. Вот. Ну, я также успешно ловил белую рыбу. Это плотва, густера, красноперка на сало зимой. Вот кусочки, естественно, берется маленький, но крючок тот же самый я возьму. И насаживал я тоже так же, как и в первом случае, кубиком. Либо кубиком, либо делал маленький тонкий кусочек. Вот, и насаживал тоже вот так. Крючок, естественно, меньше, насадка меньше, повторюсь, чтобы беру все, просто чтобы вам было лучше видно.
И потом ссылочку я вам под видео оставлю в описании, где я ловил на сало белую рыбу. Вот. Кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки.